18 мая 2021 года власти опечатали офис Тутбай. Задержали всех, кто там находился, и заблокировали доступ к сайту. Уже больше полугода в заключении находится 15 человек, действующие и бывшие сотрудники Тутбай. Все признаны политическими заключенными. Среди них главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, редакторы, журналисты, юристы, бухгалтеры и менеджеры, а также вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Крупнейшая независимая медиа Беларуси, которая по статистике читал каждый третий житель страны, обвинили в неуплате налогов по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Весь контент и фирменный логотип признали экстремистскими, возбудили уголовное дело за разжигание розни. Большое количество сотрудников вынуждены были покинуть страну, в том числе и часть команды, которая запустила новое медиа «Зеркало.io», чтобы продолжить миссию Тутбай – освещать события страны честно и непредвзято. Из-за репрессий властей делать свою работу в Беларуси невозможно, но мы не можем остановиться и закончить борьбу за свободу слова и за свободу политических заключенных, а особенно наших коллег. Для нас важно, чтобы весь мир и Германия понимали, что происходит в Беларуси, поддерживали нас в требовании первоочередно выпустить политических заключенных, а также помогали независимым медиа возродиться после тотальной зачистки властями.